Друзья, всем привет и приятного аппетита! Сегодня соливарим на Рейскинге, продолжаем собирать косточки и набираться опыта. Костей собрано уже, кстати, 56 из 100, когда соберем, у нас откроется вот такой вот брутальный дядя. Ну, поехали, приятного просмотра. Мне будет больно пробивать, я сперва себе куплю, наверное, чейнмейл даже. Она еще очень много урона питает на ровном месте. Можно, конечно, взять Helm of Iron Will, но это очень медленно. Стапок слабый на 500, это 3 пачки грибов, примерно 1.5 минуты. Фуфло. First blood. First blood. First feast. Вот там я смотрю, контролит как могёт. Дурается. Так, ну чё? Чё кого? Танц нулевой, наверное, брать я не особо хочу. Хотя в принципе на линии с этим типом мы можем и так размотать, верно? Еще минус армор взял на фуре. Пытался пораньше ударить. Ему больно, но он сделал сам больно очень. Демоны меня не одолели. Отлично. Демоны меня не одолели. Пока тапок просится. Пятюньку. Ребятки, сейчас. Дайте мне тайминг, пожалуйста. Друзья, хоть я и уезжал на денек к родственникам, тем не менее, аналитика продолжалась в телеграм-канале. Да, Травабет, статистика все еще ведется. И был нереальнейший просто день, где сплошные заходы с дикими коэффициентами КФ2.8 на LGD, КФ2.0 на Movistar. В общем, поднялись очень классно, отбили нашу с Сашкой поездку. Вот. Я напоминаю, что это не заработок, последние деньги сюда ни в коем случае заливать нельзя, да, в ставки вот это все дело. Но, если там есть какие-то финансовые развлечения, допустим, сходить в киношку, можно отложить 500 рублей там, да, на этот самый билет и попробовать поиграть, если тем более смотришь киберспорт. Тебе будет интересно и плюс, если хорошо пойдет, да, нам везет, конечно же, но может и хорошо пойти, тем более за 20 дней идет. Тоже очень хорошо. Можно и подняться. Вот. Ссылочки на телеграм-канал в описании. Вот, да, прям под роликом. Залетай, подписывайся. Все совершенно бесплатно для участия. Надо только форчика бить. Фигово стакнулось. Слишком много крипов. Кайсить непривычно. А, и мне еще не хватило. Пинки там шли еще, или он новых призвал, я хз. Армора очень не хватает. Нет, я должен вот это закупить обязательно. Ну, тяжко. Он линию не может выровнять на тренте. Он разбанил там, нет, интересно, кем-то.
Без стиков у типа. Полетел, нам надо отхилиться. Его теперь нельзя просто ставить, его надо отпинывать обязательно. Криты что ли взять? Демоны, демоны. Он без портала сейчас, кстати. Пока так. Они выпалят большой сейчас. Отлично, отлично, ребятки. Хочешь подраться? Я не хочу. Хотел сказать, я тоже не против, но я против, оказывается. Хотя, я не знаю, если у него баш не выпалит сейчас 300 раз подряд, мы его убьем. Танка, танка, танка. Чё ж так больно-то? Хилми? Не, трек огонь, я считаю. А чё сразу славянин-то, я не понял. Что за это самое? Дискриминация по славянскому признаку. 2, 3. Танго про неё зачем хилку? Вот я вот никогда не пойму, зачем фласки носят. Цена нормально стоит на самом деле. Учитывая, что дважды Фуриона убили, и даже неплохо. Оп, сюда его. Отлично, отлично. Еще и под катапу сами пушим. Огонь затемповали, ребята. Гасим, гасим. Next slot в шлем выйду. Очень хорошо выпулил. Маны, правда, нет у меня. Аркан на меня нажимай, пожалуйста, тоже. Почему он пушит? Он пулить планирует? Мне мана нужна, запулишь маны, можем подраться с ним. Так, это я несу себе, хорошо. Чё там за экшон у них? Это тихо. Вроде пока визуально хорошо стоим. По всем фронтам причем.
Там вау, Наруто там ковочку уже устраивает. О, плюс мана. Успел улететь. Живи-живи, братан. Держись ко мне поближе. Я братром куплом занимается. Пушим, пушим, пушим. Отступаем. Есть у тебя еще? Упачечка. Успею закачать фуллов, это интересно. Че, и вард найдет? Не, не нашел. Умер от пеньков! Пал от пенечков! Че там с топом? Я бот уронил лучше, наверное. Хочется прям запрешерить через скелетов. Я думаю, могу это сделать. Бояться мне особо некого. Отлично, отлично. Забираем это, хорошо. Несем армлетик. Что там у этого типа? Армлет пока. Так, топик этапа есть? Есть. Что, закачаю, а потом полечу. Что под мином происходит? Под мином есть катапа? Есть. Там Хускар, хотя у нас тут четверо человек. Ну, он умер на котике, правильно? Отлично, отлично. Я в это время вышку забираю. Медовую важнее даже, чем верхнюю. Потому что тяжелее. Отлично, отсюда вытекаем. Вайдец даже стянулся. В итоге там еще и топ. Потому что три тауэра, ребята. Два из них при непосредственном нашем участии. Это сюда. Телепорт я вроде несу, правильно? Должен быть. А, время, 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 время. Чаемся, поехали. Да, топ забрали, отлично. Девятый крит за Максим. Я не верю, что я их потяну, конечно, этих типов. От нейтралочки убивать лучше вообще, конечно. Не, дракошу завалить обязательно. Остальное не так важно. Только большая пачка не подходит. Ну надо этот. Пережимать постоянно так-то. Промлет. Какая-нибудь культа Фуриона шальная залетит и все. Верно?
другой стороны, ее слышно издалека. Хотя когда как, конечно. Есть кто? Во! Изолятор, будьте любезны. А, мне нравится больше то, что у меня сейчас. А ты в целом. Не, сами с ним драться не хочу, пожалуй. Не то, чего бы мне хотелось. Там парни файтятся по-лютому. Я забираю фарм Вайда. Дасиком гоняет. Можно дропнуть. Там парни давят. А фонарить куда уже? Я его вижу, я за него не отпущу. Отличненько. Отличненько, прекрасненько, ребята. У меня 7 стаков. Можем дальше пройти, я думаю. Это я все пронес, наверное, сразу. Ждать-то, как говорится. В боте Прион, в боте Усик. Теста ничего не боюсь. Ну и слишком не быкую тоже. КД скелетов активничаю, так сказать. Ага. Он его похоронил еще этим куполом. А это настоящий? Да выпустите меня из этого хекса дурацкого. Опа, хорошо. Кто там где? Крест не откатился? Протрум. Пусти моего дружбана! Душнила. Ладно, живи. Пока качаемся, меня все устраивает. В целом все хорошо, все поры погибли. А я нет. Значит, у нас все отлично, правильно? Хорошо, наверное, рановато еще. Да, рановато. 7 скелетов. Гриф у них КД, верно? Соответственно, можем заболеваться в тавр на изи. А он святой? Нет, 25 секунд. Значит, пока Вайда не можем забирать. Если только он прыжок сам не потратит. Поехали, поехали, работяги. Нас ждут великие дела. Я здесь золем, Вайда вижу, Барыча вижу. Остальные мне не выражают на этом этапе, я уверен. Еще и Фурион теперь вижу. Изи Тауэр. Я бы даже дальше зашел, на самом деле. Ты кого приняли? Станчик прокачаем. Ну, станчик стабильно хорош. Вообще пофигу. Нет, есть, погнали в бот.
Билеты есть, погнали. Вот. Сейчас мы это все рассмотрим. Куда они побежали? Ё-моё, надо их возвращать. Мы уже не вернуться, они там на что-то напали. Так. Опа. Кто здесь? Курён это приятно, а вот все остальное не очень. Делаем вот так. Он явно не один, раз он так делает. Пойдет. Ультой отделались, что называется. Может на Рошана сместить или как? Горошин! Они все в боте втроем были, сейчас меня убивали. БКБ, пожалуйста. Типа. Не хотят парни Рошана? Не хотят, не двигаются в его сторону. Хорошо. Урчик под ботом, это ни о чем не говорит. Падение на Баланара. Фиговый тайминг очень. Они хрона воткнули, они, может, ничего не догадываются. И не уверен, что я успею забрать Рошана. Хоть рогу не досталось. Хейтеры, отстаньте от меня. Разворота. Нормально получилось, ребята. Так бы они забрали Рошана. Так, Травоман. Ты опять забыл за таймер. Забыл, так уже поздно. Такое уже поздно. Сколько прошло? 30 секунд, наверное. 20, может быть. Давайте 20-40 запишем. Нам в учетную книжку. Нормас. Да, 28-40. 31-40. Спасибо большое, что не гамчи за напоминание. Чё-то, ребята, тухленько получилось. Ну, потому что Балнар подставился под них всех. Они даже не шарили за Рошана, они просто случайно как бы. Они зашли в него, потому что они убили наших, и подумали, типа, го теперь Рошан, а там я. Благо, успели не дать противнику забрать себе, правильно? Плен здесь. Здорово. Передаю привет, как говорится. Отлично, ребята, отлично. От этого типчика хилимся. Все по красоте делаем. Ювелирненько реализовываем. Гриф, ну он сейчас закончится. Пойду отхилюсь пока. Да, зачем они на этот глиф нажали? Это два, которые уже погибло. Можем постукать, но хотим ли? Не, лучше не надо, ребят. Ага. Уфло. Так, Травоман. Ты опять забыл затаймить Рошана. Ну-ка быстро исправляйся. Я вышел. Надо бот дефать. Порчик расплечивает.
Ну, это тупенько распичивает. На самом деле, у него столько опций было снести нас. Я вообще впервые посмотрел на то, что он что-то такое сносит. Надо выйти. Его убьют, что ли? Да не, не думаю. Какая-то шляпа, а не файт. Хороший фраг. Но ребятки все погибли на ровном месте. Ладно, хоть я бот распушил сильно. Надо термит толкнуть. Сейчас сплэш возьмем. Топ тоже сильно запушен. Здорово. Че, решил пообниматься со мной здесь, сладенький? Ну давай пообнимаемся. Опа! Куда портал? А еще одного дадите? Далеко не уходи, пожалуйста, спасибо. Он аж ульту ужал. Он не достал. А как старался? Так, что дальше делать будем? Кираска? Кираска, наверное. Он выглядит бодренько на бумаге. Take a knee, peasant. Лес очень мало долбим. Я не знаю, так тоже это. Пятая нейтралка. Ну, все равно маловато. Не знаю, кто в здравом уме это банит. Банить надо нижний лес, но не верхний никак. Так. Фиксируем тимфайт. Да эти хексы меня заклёвали. Ведь убили, кстати, типа. А Вайдата не убьют? Не, вроде списанул. На баратуруме для него. Пенёк не сбил. Блин. Чёт, как-то мои парни дайвят вообще, не алё. Чёт, мои ребятки вообще дайвят, я смотрю. Я без портала. Мне главное не умереть, пока блинк не откатится, потом я, по идее, выйду. Меня спас этой штукой, кстати. Деремся дальше. ВКБшич. Отступание отрубим. Это после бая, я без этого. Без всего пока. Могу только на дазло пробить. Вообще файт так себе, ребята.
Давайте под Рошана играть. Рошан сейчас будет. Барыч не отпускает там, да? Вроде на дазлика прыгнул, а это самое. Душновато. Фурион будет душить, нам форстафы нужны. Купите форстафы. Там Фурион сейчас возьмет талант, что из фуртов не выйти и все. Нам вообще два форсика надо минимум. Можем, в принципе, пока ночь. У нас минуты так-то не так много. Ну, форчика все очень плохо. У него на 29-й минуте нет 20 уровня. Это, конечно, да, печаль. И не арморно там тебе, пожалуйста. То я дядя Рошана проседаю. Бес у них у всех мало, офигеть! 30 минут он даже без этого. Но вестник покупал из-за этого, видимо. Где я есть себе? Шарп, ничего не надо. Нейтралки надо выбить пока. Мне не нужен шарп, у вас у всех вообще есть что-то? У этого так, есть, травоман. У этого есть. Ты опять забыл затаймить Рошана, ну-ка быстро исправляйся. И у этого есть, и у этого есть. Да, я забыл, признаюсь. 4.30. 29.45. Нет. Да. 29.40 примерно, получается 37.40. Спасибо большое, как я забываю каждый раз. Ёпсель-мопсель, да? Нам нужно их поймать по отдельности. Мы прям в тимфайт так все. Вот, вот это вот. Хороший вариант. Подарок с небес прям. Рунки нет какой-то вкусной, не? Байда поймал. Смотрите, что тут. А ультануть не мог на трунте, что ли? Я уже ультовал. Он об сервер поставил! Нормально, нормально. В следующем патче исправят, я надеюсь. Какая-то шляпа, вроде варп тыкаешь, а не видно. Ну согласитесь, несерьезно. Че это такое? Он вард поставил, а это самое. А где результат? Братрун где-то проскочил. Войд байбек, он свой без хрона, если что, вообще его не боимся. Не уважаем этого молодого. Ну, у вас идеалочка. Ща я обязательно вылезу отсюда. Я обязательно вылезу. Изи бессмертие под рамлетом. А чё, надо в топ, наверное, ребят. Крипов только надо подвести. Этого не хочу. Надо было БКВ попозже оставить. Ну, в принципе, может, убьем, я думаю. Да, в принципе, убьем.
Пойдет, можем сносить. Молодцы, ребята. Че, ребят, красиво? Красиво на папе Чебанка. Красиво, красиво, конечно. Недаром в сигнатурочках висит. Плюс две костяшки. Игра максимально четкая. Когда я умер, интересно? Я вроде на линии умер, нет? Я вроде на линии умер специально, чтобы вам показать, что линия в принципе умирабельная, но если не ошибаться, то все будет идеально. Вот я, видите, не ошибался, и все было идеально. Ну, в образовательных целях одну смерть можно допустить. Ноль ошибок получается. Красиво. Падинец смерть. Опа. Фуриончик. Ускарчик. Ща вас соберем. Вот этого. Вот этого обязательно. Все, по красоте. 50 уровень. А я прошел квеста? Ну-ка, ну-ка. Да, фух. Нормально. И этот игровой процесс. 33 тысячи демеджа, топ на карте. Че по графоне? Ну-ка, 10-я минута. Ну, вышел с линии богатым относительно. Фурион линию слил. А, тут я уже топ-нетерс. Ну и я уже лютейший оверфармил просто всех остальных. Поехали дальше. Притер, сегодня бахал с тобой на стилочке, ты на фантомке был. Привет, привет. Хорошо побахали. Было дело. Собрал все кости, да, ребята. Все кости, какие были, все собрал. Надо еще много. Надо еще много. Сколько тут? Мне сейчас 44 кости. Ну, это офигеть, как много, на самом деле. Ну, потихоньку. Типа, они же все-таки с каждым шагом все дольше и дольше собираются. Это тоже важно понимать, потому что... Герои повторяются, повторяются. Особенно, учитывая, что люди пикают мету плюс-минус постоянно. Так, что у нас там по стриму? Че вообще, как так, донаты были? Ну-ка, поехали. Хороший, здорово, спасибо за 150. Ху, Джаггер будет сегодня выкатываться. Хотелось просто узнать про самую актуальную прогрессивную сборку. Спасибо за стрим. Пожалуйста, спасибо тебе большое, что поддержал. Смотри, катка, видишь, была такая прям фул фокусировка, поэтому не сразу ответил. Джаггернаут сегодня, возможно, выкатится, я изначально планировал. В одной катке его пикал, он забанился. Там дальше посмотрим, как по настроению будет. Сборочку обязательно покажу. Вот, все сделаем, пожалуйста, за стрим. Спасибо тебе за музычку. Так, аноним, спасибо за 500 рублей. Привет, поздравляю с бородой, давно тебя не видел, прям удивился. Прошу модера прочитать мое заявление о разблокировке. К сожалению, ты аноним, поэтому я боюсь, модераторы не знают, чье именно заявление рассматривать. Да и я не знаю, кого там посмотреть, кого это самое разбанить. И если что, так сказать, это самое амнистировать. Вот. Но за композицию спасибо. Была прямо ты самая. В тематику, в принципе, трансляции. Спасибо за 500 большое. И Данил, спасибо за 150. Спасибо за музычку еще. Вот. Вы с хорошим прямо одни композиции поставили. Ну, одной группы. Может, это не человек, может, нет, кто знает. Но спасибо. И Всенак, спасибо. И Всенак с Шоки Твич и Шинигамич, спасибо вам большое, друзья, за то, что помогли дотаймить Рошана. Очень признателен. Так, стрим идет 4 часа 34, 36 минут. Возможно, две каточки успеем. Посмотрим, ребята, по силам, по возможностям, как говорится. Вот, ребятки, пока ищем, что вам хочу рассказать. Сашка пока была на море, ей организовал подарок.
Причем идею подарка мне, кстати, помогли реализовать. Я еще где-то полгода назад хотел ей сделать клавиши на клавиатуру под скиллы героев Доты. Вот, она на баратруме постоянно мне гоняет, жена. И я хотел что-то такое замутить. Но что-то я не понял, где искать или как. Короче, только какие-то зарубежные были сайты с долгой доставкой. То ничего не понятно. Короче, так и не заказал. И вот несколько недель назад мне предложил как раз зритель такую штуку реализовать. Вот, и у меня Сашка, получается, когда приехала с моря, ее вот такая вот история ждала. Вот там. Скиллы Баратрума, соответственно, все это максимально легко меняется. Дефолтная клавиатура там снимается, как бы, и ставится. Вот. Мне предложили сделать, я согласился, все прислали, все оперативно сработало.